Друзья, добрый день. Стартует у нас первый посад в Украину. Собственноручно вывожу. Вот на таком тролюкасе, получается, у нас есть. Взял я его в аренду и теперь буду сам на нем гонять. Так что такие дела. Сейчас мы завезем этот автомобиль под границу с Польшей, его там заберут. Завтра мы приедем. У нас еще стоит 3 автомобиля, которые надо вывезти. Мы возьмем прицеп еще к нему на 2 машины. И сразу будем вывозить их все кучей. По просьбе клиента заправляем ему полный бак. И везем в Украину с полным баком. Сейчас мы это все ему сфотографируем, сколько. И по чеку нам клиент оплатит. Все. И еще один посад там у нас своим ходом едет. Вон он. На транзитах уже. Так, друзья, грузим следующий автомобиль. Опа! Вообще четенько заехал. Вот это я молодец. В общем, все, погрузили, сейчас закрепим. Будем завтра выезжать, потому что я только приехал с границы, одну тачку отвез. Хочу выспаться, чтобы обочины не ловить. И завтра утречком буду выезжать. Закрепили. Все четко, все надежно. Никуда не улетит уже. 100%. Некоторые на 2 колеса крепят. Но я именно заморочился на 4, все 4 закрепил, потому что мне сказали, что в Европе надо все 4 крепить, чтобы не было проблем. Короче, все у нас закреплено и готово к отправке. Теперь Александр выспится. Сядет и поедет. Всем привет. Выехали мы с Каунаса уже в сторону Польши, едем в сторону польской границы. Везем обелек. Вон он там сзади примостился. Погодка сегодня хорошая у нас, не жарко, слава богу.